Всем огромный привет! Сегодня готовлю икру грибную. Нежная, сытная и невероятно вкусная. Можно приготовить на зиму. Готовится просто, без особых заморочек. За один раз можно приготовить сразу много. И самое главное, получается невероятно вкусная. Грибы лесные. Перебираем, хорошо промываем. Кладем в кастрюлю. Грибы заливаем водой, так чтобы они скрылись в воде. Добавляем соль примерно 1 столовую ложку или добавляйте по вкусу. Ставим на огонь. Варим на среднем огне примерно 30 минут после закипания. В процессе убираю накипь. Теперь грибы сливаем. На данном этапе я грибы не промываю, чтобы не смыть грибной вкус. В казан наливаем растительное масло по вкусу. Я наливаю 100 мл, кладем 500 грамм порезанного лука и жарим до полупрозрачности. Теперь добавляем 300 грамм моркови. Тушим все вместе пару минут. Свежие помидоры 1 кг. Разрежем и перекрутим на мясорубке. Переливаем в казан. Ставим на огонь и тушим 5-7 минут. За это время перекрутим на мясорубке отварные грибы и морковь с луком. К тушеным томатам добавляем грибы с морковью и луком. Перемешиваем. Сразу добавляем 1 столовую ложку соли с горкой и черный перец по вкусу. Закрываем крышкой и тушим на медленном огне примерно 1 час. В процессе перемешиваем. За 15 минут до готовности добавляем 3-4 зубчика чеснока, мелко порубленных ножом, и тушим еще все вместе 15 минут. Теперь добавляем 2 столовые ложки 9% уксуса. Перемешиваем, оставляем потушиться примерно 1 минуту и раскладываем по стерилизованным банкам. Банки закатываем стерилизованными крышками. Из данного количества ингредиентов у меня получилось 5 баночек икры по 500 грамм. Банки не переворачиваем, укутываем и оставляем так до полного остывания. Храним в прохладном месте. Теперь открываем баночку и наслаждаемся. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, поделитесь в соцсетях и напишите в комментарии, понравился ли вам рецепт и будете ли вы готовить. Хочу знать, насколько полезен вам данный рецепт. И, конечно же, подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Желаю вам приятного аппетита, кушайте вкусно и будьте здоровы!